Вечная борьба между хаосом и порядком. Бог времени тот действительно является уравновешивающим судьей двух сражающихся богов, Бога и Сета. Именно он стоит вместе двух путей в точке пересечения порядка и хаоса. Изида и Осирис соответствуют качеству усиленного ядерного взаимодействия. Личную инициацию проходит посвященный, прикасаясь к грани тьмы и света, необходимости усмирения своей низменной хаотичной природы, как преодоление внутреннего сета. Ладья солнца с божественным экипажем денно и нощно плывет по вселенной, регулируя творческую энергию повсюду, где появляется. Если еще посвященного удалось сесть на ладью божественного происхождения, вечное счастье было дано. Все, кто пребывал на ладье, были обличены в свет и пребывали в объятиях Бога.